Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Александра, по-моему, сезон был напряженный, но все-таки конец, по-моему, хороший, по-моему, красивая победа. Спасибо. По-моему, личный рекорд, по-моему, нет? Нет. Нет, не личный рекорд. Но, по-моему, все равно это очень хороший, лучше это сезона, по-моему, для российских спортсменок, да? 4.08, да? 4.08, 49. 49, да. Ну, вы как сами вот ощущаете? Ну, все-таки задача сезона выполнена? Или все-таки что-то вас не удовлетворило в сезоне? Ну, можно сказать, что выполнена задача. Ну, конечно, не до конца еще есть вероятность допуска, но это как бы еще непонятно. Угу. Ждем ответа. Пока отказа, по крайней мере, нет, это уже хорошо. Ну, да, то есть ждем пока. Допинг-пробы сдаете? Вот сегодня только что тоже допинг-проба освободились, как бы. Ждем, когда будут приезжать к нам еще за пробами. То есть допинг-офицер, приезжайте, ждем. Любое время, дня и ночи. В целом, как бы, ну, сегодняшний бег понравился, сегодняшний старт, как бы, наконец-то пришло вот состояние, наверное, мое. Вот, то есть напряженная такая борьба была, но получилось сделать все, что запланировано. Вот то, что Дена Коробкина в этом году так вот сильно готова в этой нынешней зимой, ожидали, что она вот так в этом... Ну, она всегда сильно готова. Да, но в этом году она как никогда, по-моему, такую конкуренцию оказала. В том году вам было полегче зимой выступать и даже одеться немножко. Наверное, немного, да, полегче, но это очень хорошо, здорово. Что конкуренция такая появилась, как да, бы. Конечно. Ну, и, может быть, другие девчонки тоже потянутся, потому что, на самом деле, вы это близкие, это показатели, как бы. И то, что вы вдвоем, это тоже интересно, когда будет. Близко друг от друга. И результаты неплохие показываете, на самом деле. У вас, по-моему, личные рекорды тоже в этом году есть, уже личные рекорды на дистанциях зимние, имеется в виду? Нет. Вообще нигде не показали в этом году? По-моему, нет. Ясно. Ну, а есть на двойке. По-моему, было. Помню, было же. Помню, было. Вот каждый год у вас рекорд. Помню, то года было побольше, в этом году поменьше. Ну, да. Ясно. Теперь что, отдых? Ну, пока еще нет, пока еще. Ну, ждем это решение. Ждем решение. Если поедем, то поедем. Если не поедем, будем отдыхать, да, в принципе. Пока тренироваться. Ну, будем тренироваться пока, на всякий случай, как бы в таком зоне, как бы, постоянном напряжении, чтобы быть готовым в любой момент выступить на чемпионате мира, да? То есть есть такое желание, можно выступать. Ясно. А какие вот, можно сказать, если вот выйдем на мировой уровень, да, есть какой-то, в принципе, уже такое пожелание? Вообще, просто опыт получить. Хотелось бы, да. Опыт просто получить пока, да? То есть нет пока никакого. А прогнозов их нет, просто опыт. Сначала надо вообще дождаться. Туда дождаться и потом уже решать. Как бы не люблю загадывать, вот что там как. Вот именно надо на данный момент как бы получить допуск. А потом уже как бы, как сказать-то, как вот будут появляться события. Так и будем их решать. По мере появления событий будем их решать. Да, именно. Ясно. Но все равно поздравляю вас с такой отличной победой сегодня, хорошим завершением такого российского сезона. Российский сезон в любом случае закончился. Да. Поэтому удачи вам. Ну и, может быть, действительно пожелаю вам, может быть, повезет и сейчас попасть на чемпионат мира, а так готовиться уже серьезно к этим сезону. Спасибо. И радовать нас, определиться с дистанцией. Так, по-моему, вы опять будете определяться уже по ходу. То есть пока не определились, что будет выступать летом, потом решиться. Тогда удачи вам. Так, спасибо. Держать. Будем дальше следить за вашими достижениями. Спасибо.